это аппараты. Один из них – это оптического наблюдения, другой – радиолокационного. Прежде всего, это мониторинг охранных зон, минимальных расстояний магистральных газопроводов, газопроводов-отводов. Это мониторинг трасс магистральных газопроводов, состояние территорий, объектов добычи, подземного хранения газа. Вот, технология оптическая. На базе радарной инфраметрии это мониторинг опасных производственных объектов, где мы выявляем смещение объектов территорий. Технология радарной инфраметрии – уникальная технология. Аппарат полностью создается нашими руками. Будет осуществлен запуск и под дальнейшей эксплуатацией своими собственными силами на базе нашей действующей инфраструктуры телекоммуникационный центр в городе Щелково. На сегодняшний день мы являемся первыми и единственными в России, кто не только изобрел, но и внедрил в коммерческую эксплуатацию полностью автономное транспортное средство. Согласно классификации общества инженеров-автомобилестроителей, к данной категории транспортных средств относятся автономный транспорт, вмешательство человека, в работу которого абсолютно не требуется.